отсюда! Пошли, отстань от меня! Я сказала, убирайся отсюда! Убирайся отсюда! Вы кто? Вам что здесь нужно? Я... Мне комнату бы снять. Я отдыхунчиком не сдаю комнаты. Кому, простите? Товарищам отдыхающим. А я не отдыхающий. Я бухгалтер, ревизор контрольно-счетной палаты. Тем более ревизором и бухгалтером. Извините, я тогда пойду. Стой. А вы что сюда ревизировать-то приехали? Ну, это... база отдыха «Радуга». То есть ее могут прикрыть? Я не знаю, все зависит от результатов проверки. Все. Что? Комната сдана. Тем более, что у меня все равно она освободилась. Тая Павловна, короче, Тая. Петр Алексеевич, короче, Петя. Как вы узнали про комнату? Ведь я объявление не давала. Да чисто случайно так вот. Шел-шел и зашел. А чего вы не интересуетесь? Чего у меня телек летает из окон? Ну, а какое мне дело? Ваши вещи, что хотите с ней, то и делайте. Молоток, Петр Алексеевич, не суете нос на свою тарелку. Что случилось? Тут, понимаете, собака была. А, так вот чего. Так это она вас сюда загнала. Так говорит, да. Иду мимо. Ася! Смотри, это свой. Слышь? Это свой, его не трогать. Запомнила? Все. Не бойся, она у меня девочка ласковая. Сейчас, простите. Алло. Здравствуй, мама. Здравствуй. Да, у меня все хорошо, да, уже прибыл. Да, устроился сразу, с комнатой договорился, приступаю к работе. Нет, меня никакая собака не кусала. С чего ты взяла? Нет. Ладно, мам, целую, потом созвонимся. А как-то ваша мама про собаку-то? А, там видео, что ли? Да нет. Тайна сия великая есть. Бумажки, бумажище. Целый день. Мне ночью снится, что я бумажки заполняю, представляешь? Угу. На одну ампулу промедола, 17 бумажек. Ну, девочки, мыслимо? Рита! Рита! Что? Ну чё? Тайкины пирожки – это вообще что-то. Динка, расскажи, чем вчера полярный роман-то закончился. А чё ты спрашиваешь? Сама что ли не смотрела? Да, телевизор сломался. Сломался? Или выбросила? Выбросила. И Стаса выгнала? Выгнала. Ты ж знала. Люблю. Да, знала. Вы же знаете, что я без любви жить-то не могу. Да знаем. Когда ты уже начнешь головой жить, а не сердцем. Ну, было же хорошо. Ты думаешь, я тебя пожалею? Не пожалею. Ни капельки. Хватит этих сериальных страстей. Не девочка уже. Не девочка. Скоро и вашей романтике наступит конец. Ты что, собираешься радугу жечь? Нет. Все произойдет официально. К нам приехала ревизор. Чего? Откуда знаешь? У меня поселился. Так. Ну, давай подробности. Какие подробности? Приехал сразу на базу и все. Серьезный такой. На Илью Заварзина похож? Сравнил тоже мне. Это такой чудаковатый, ну, как Пьер Ришар. Главный бухгалтер Зорина Анна Степановна. А это ревизор-инспектор краевой счетной палаты Серов Петр Алексеевич. А мы к любой инспекции всегда готовы. Завтра, Петр Алексеевич, вам будет предоставлен кабинет для работы и вся необходимая документация. Ну, а сейчас вас поставят на довольствие, поселят на базе. Спасибо, я уже разместился в частном секторе. А что так? Я провожу независимую проверку и должен быть полностью независим от проверяемых, в том числе и в жилищном вопросе. Всего доброго, до скорой встречи. Чего это ты перед этой фитюлькой стелишься? Это не фитюлька, а Петр Серов, инспектор Акула. Кто Акула? Вот этот клоун в шляпе? Этот неумолим и неподкупен.
Он даже в море не искупается, потому что это могут посчитать взяткой. Тебе 1,5 часа лежать, только после этого пробовать мои ватрушки. Балуешь ты нас, Таисия? А кого мне еще баловать-то? Тая, Тая, ты красивая у нас такая. Всем тихо, приборы спрятали, там комиссия. Господи, так. Куда не дай? Добрый день. Здравствуйте. Вот. А комиссия – это я. Mm-hmm. Нет, конечно, главврач хотел меня сопровождать, но я предпочитаю общаться с людьми лично. Позвольте представиться. Глава администрации поселка Солнечный Олег Олегович Рагулин. Вот пришел узнать, есть ли у моего электората жалобы, предложения. Есть. Да? Столовая одноманная каша, желательно гречку, рис. Будет исполнено. Учтем. Учтем? А я вам отвечу в поэтической форме. Ух ты! Из развлечений только муха на потолке, а хотелось бы иметь телевизор на стене. Браво, браво! Люблю поэзию. Да нормально тут, душновато только. Ну, кондиционеры я, конечно, не обещаю. А вот вентиляторы завтра будут. Что еще? А можно отметить персонала? Нужно, нужно! Знаете, у нас есть старшая медсестра Королева. Королева? Она вместо дела занимается только писульками. Целый день строчит бумажки. Да. Во-вторых, у нас огромная проблема с простейшими лекарствами. Слушайте, а чего вы не записываете? Может, вам записать? Не стоит, милая моя. У меня все откладывается тут. В моей бестолковке. Таис Павловна, простите, пожалуйста, у вас случайно не найдется молоток и гвозди? Мне одну вещицу к стене приколотить нужно. Какую -то вещицу? А вот, посмотрите, это, между прочим, международный герб бухгалтеров. Да, вот здесь обозначен наш девиз. Три слова. Наука, доверие, независимость, а также три символа. Солнце, весы и кривая Бернули. А можно то же самое по-русски, пожалуйста? Понимаю. Понимаю, объясню. Солнце – это освещение бухгалтерским учетом всей финансовой деятельности. Весы – это безупречность бухгалтерского баланса. А кривая Бернули обозначает то, что бухгалтерский учет будет существовать вечно вот так. Молоток, гвозди. Спасибо. Ой! Ой, ой, вот. Господи, куда это вы луковый? Дайте воды холодной, нужно окунуть. Нет, не надо, постойте, не надо, не надо. Пожалуйста, знаете, если уж нам придется с вами вместе жить... Чего? Да нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, ну, по-соседски сосуществовать. А? Я вам должен рассказать о себе всю правду. Понимаете, я... Я несчастливый. Ну, все мы не больно счастливы-то. Да нет, я не в этом смысле. Понимаете, у меня если молоток, так вот, обязательно по пальцу, да. Если собака не укусит ногу, так штанину разорвет. Дождь промокнул, солнце сгорел. Сосулька именно мою голову выберет, официантка именно мой пиджак, чтобы борщом облить. Правда. Все-таки не зря я девчонкам сказала, что вы не Петр, а Пьер. Какой еще Пьер? Ну, Пьер Ришар. Помните высокий блондин в черном ботинке? Да-да, помню. Извините, извините. Алло. Здравствуй, мама. Здравствуй. Да-да, у меня все хорошо. Да, и со здоровьем все нормально. Да, я нигде не ударялся. И меня никто не бил. Нет-нет. Мам, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Я тебе попозже перезвоню. Целую.
Ваша мама прям как Ванга. Хотя все мамы одинаковые. Однажды я вылезла полбанки с вареньем, и мама сразу поняла, что это я, а не Катька, сестра. Спасибо, уже вот прошло, вот, прошло. Не болит. Понятно. Ну, буду продолжать. Так, стоп, 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 это что, смертельный номер на бис? Не надо, пожалуйста, не надо. Я сама. Пониже, пожалуйста. Если убьетесь, кто мне за квартиру заплатит? Здесь регистрационные документы, справка из налоговой, баланс за истекший год. Доброе утро, Петр Алексеевич. А это наша Юлечка, помощник бухгалтера. Вот здесь кофе, печенье, сливки. Юлия, простите, как вас по отчеству? Юлия Петровна. Смешно получается. Я как будто ваша дочка. Юлия Петровна, за кофе спасибо. Ну, я его пью за завтраком дома. Надеюсь, запомнили? Запомнила. Вот и славненько. А теперь потрудитесь включить компьютер. Я? Ну, не я же. По инструкции я не имею права доступа к вашему компьютеру и к тому же не знаю пароль. Юлечка тоже еще не знает. Она пока не работала с нашим компьютером, только с бумажным оборотом. Я запущу. Может быть, вам нужны какие-то пояснения? Если мне потребуются пояснения, я вас приглашу. А сейчас я бы хотел поработать сам. Хорошо. Я, кажется, сказал сам. И извините. Скажите, а правда то, что вы у Тайки в Любленке живете? Простите, я не понимаю, о чем вы. А вы не знаете? А весь поселок знает. Ну, Тайка, она насмотрела сериалов разных про любовь и сама все время влюбляется. А когда у нее с любовью облом, то она телек выбрасывает, будто бы ящик виноват. А потом снова влюбляется и новый телек покупает. Я прошу вас, оставьте меня в покое немедленно! Хорошо. Ну, вот это, как сейчас принято говорить, наша главная фишка. Голубая бухта и золотой пляж. А теперь все это у нас захапают. Подождите, подождите. Я еще только начинаю ревизию. Ну, подождем, подождем. Закладывай, закладывай вот это. Вот это, ну как? Зина, Пашка с Машкой в садике. Забрать я их не смогу. У меня комиссия при аттестации в полицию. Знаешь что, Геночка, у меня тоже комиссия. А еще уничтожение ампул и 100 бумажек. Да чего вы волнуетесь, я их заберу. Ну, совесть же уже надо иметь. Сколько ты можешь нянчить чужих детей? Ой, пока своих не заведу. Спасибо большое. Дюжу, ради бога, чудо. Я вижу. Дети, сростка. Свалились лошади. Второй всадник, пошел. Здравствуйте. А чьи это дети? Это все наши дети. Извините. Ох ты, ух ты какая. Что это тут за крокозяблики такие маленькие? Так, ну-ка. Нет, не отдам. Отдавай, отдавай мне моих спинок. Я их сначала покормлю. Ну что ты? Они после твоих разносолов мой фастфуд есть не хотят. Давай, 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 Паш, давай, давай. Прыг на маму, прыг на маму, на маму, прыг. Все, на завтра я за вами снова приду, понятно? Понятно? Чуть Пашку не потеряли. Ой, держись. Да. Пожалуйста, ознакомьтесь, если нет возражений, подпишите. Что это? Это контракт на аренду жилого помещения, взаимные права, санкции в случае невыполнения. Вы же зануда. Ну, вы же даже не прочитали. Да и не хочу я ничего читать. Надеюсь, там есть пункт. Не водить в дом женщин. Такого пункта не потребуется, о женщинах не может быть и речь. А, проблемы со здоровьем? Я 100% здоров, Таисия Павловна. Прошу вас об этом не беспокоиться. А, значит, жена ушла. Я не желаю говорить на эту тему. А, значит, точно ушла? Да ладно, не обижайтесь. Я просто подумала... Мне совершенно безразлично, что вы подумали. Заявляю повторно. Я считаю необходимым закрыть тему
предательской женской натуры. Давайте откроем новую тему. Предательство мужской натуры. Ох, типичный дамский трюк. Перекладывать свои житейские неурядицы на весь род человеческий. А что вы знаете о моих неурядицах? Знаете что, возьмите свою писульку в руки. Это не писулька. И... Это не писулька. Это документ, между прочим, вами только что подписанный. Товарищи матросы, ну не возимся! Ну не возимся, ну а эту было тяжело с собой захватить. Лови! Сегодня в буфете у нас отбивные, отбивные. Быстро, быстро, быстро! Быстро! Что вы там делаете-то? Майор Копылов из палаты номер 7, который успешно спасен от почечного колика, приказал нам устранить дыру в стене, через которую в клинику ходит кто попало. А меня Серега зовут. И при контактировании с гражданскими девушками никакие иные обращения не подходят. Ни Сергей Николаевич, ни товарищ Мичман, ни даже господин Силаев, а только Серега. А вас как звать величать? А ее звать и величать Тая. Так. Очень приятно, Тая. А меня уже, как вам известно, Серега. А нам уже что-то известно? Так, 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 объясняй, пожалуйста. Хорошо у вас, ребята, работают-то. Это еще не все возможности десантуры. Десантная фигура номер 1. Разбивание кирпича головной частью тела. И... Стой, не надо. Хорошо. Десантная фигура номер 2. Разбивание кирпича кулаком. Я! Вы меня простите, конечно, но у вас погончик-то оторвался. Может, заходите к нам, пришьем? Не надо. У матроса все с собой. До новых радостных встреч. Как он похож на лейтенанта Светлакова из офицерского романа, ой, которого играет мой Завасов. Батон, сушки. Смотри, зубы не сломать. Извините, вы последний. Последний – это вагон, а я крайний. Еще раз извините, не разобрался в филологии. А еще в галстук оделся. У меня и очки на носу. Угу, тем более. Ой. Леся, я потом зайду, когда тут проветрится. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Будьте любезны, 300 грамм докторской колбасы, 200 грамм сыра чеддер, кефир и бородинский хлеб. Я надеюсь, вас не затруднит колбаску и сыр порезать? Жена порежет. Это все заявление в коробочке. Это мой жилет. Был жилет, стал не жилет. Я прихожу на базу, никого нет. Мне все ушли на праздник. Где директор Климов? Откуда я могу знать? А вам отсюда быстрее бы валить. Потому что у нас есть традиция мочить всех тех, кто одет не во пляж. А меня не интересуют ваши традиции. Меня интересует, где находится директор базы Климов. Господи, он срывает мне график работы. Жертву! Взяли жертву! Что? Товарищи, я не умею плавать! Товарищи, я не умею плавать! Товарищи! Товарищи! Товарищи!
Тебя что делается? Спаси! Погодите, погодите, Тойм, что вы делаете? Отпусти меня! Иди, помоги, помоги, сейчас вытащит его! Морячок, морячок! Давай, давай, морячок! Морячок! Все хорошо, товарищи! Все нормально, он спасен! Иди сюда, господи! Держите! Сейчас, кто-нибудь сделает. Жень, давай. Надо искусственное дыхание. Нормально, нормально. Все хорошо. Не надо, не стой. Что ты сказал? Что ты сказал? Я говорил, я говорил. Погодите, погодите, погодите. Ну что же вы нас пугаете-то, а? Милейший, Петр Алексеевич. Вы кто такой? А я Рагулин Олег Олегович, глава местной администрации. Петр Алексеевич, я в курсе той миссии, с которой вы к нам прибыли. Так что, если будут проблемы, обращайтесь. Хорошо? Хорошо. Да? Хорошо. Держите. Товарищи! Товарищи! Спасибо вам всем за спасение! Спасибо! Спасибо, товарищи! Ну, товарищи, давайте. Алло. В столу. Здравствуй, мама. У меня все хорошо, да. Сижу, работаю. Соком березовым умираешься. Чую-чую. Играет к тебе сорт березовый. Ты услышишь меня, под окном стою, я с гитарою под окном стою. Я с гитарой. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Таисия Павловна, пункт 7 нашего договора подразумевает тишину. Вечернее время суток. Какой же зануда! Таечка, утопленник прав. Порядок есть порядок. Тая, ну пойдем погуляем, а? Армейская жизнь такая. Помотала меня по гарнизонам. То льдина, то пустыня. Тут хошь не хошь, запьешь. Не надо. Да это я так чисто теоретически. Ну вот без чего абсолютно трудно, невыносимо и ужасно. Так это безнадежные подруги жизни. Не скрою, была у меня девушка Альбина. Какое красивое имя. Да чего ты? Не выдержала Альбина тягот армейской жизни. Вы знаете, вот если женщина любит, если она хочет детей, хочет семью, то она все поймет и на все пойдет. Когда я мариную шашлык, я обязательно туда добавляю корягу. Но вообще-то мое фирменное блюдо – это пельмени по-тайски. Да? Но это значит, что их Тая приготовила. И кто попробует эти пельмешки, тот никогда меня не бросит. Тая, надо быть полным болваном, чтобы от такой красоты отказаться. Кажется, танцы шманцы намечаются. Серега! Анзор! Серега! Анзор! Это мой брат, Серега! Ура, Мишка, сколько лет ты прожил? А может, ты меня познакомишь с вами, приятель? Это не приятель, это друг. Давай, сколько лет в одном ансамбле песни и пляски отрубили? Анзор! Анзор, очень приятно. Тая. Моя невеста. Слушай, сияет, как солнышко из небес, а? Ослепительная красавица! Ну, может, вы тогда пообщаетесь без меня и пойду носик припудрю? Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, отменная. Слушай, у тебя отменный вкус, вообще она сама отменная. Конечку, пожалуйста! Не-не-не-не-не-не-не. Что значит нет? Нет. Конечно, да. Ни капли. 7 капель. Ну, не могу. Ты видишь их? Весь оркестр надо мной смеяться будет. Они же увидели. Я спустился со своим братом выпить 7 капель за встречу. А ты взял и нашу дружбу просто взял и с балкона наплевал. Давай. Спасибо, дорогая.
Вот это другое дело. Это совсем другое дело. За нашу встречу, брат. Давай. Хорошо, вот вижу, есть дружба. Вот ты мой брат. Ну что, не соскучились без меня? Пожалуйста, присаживайтесь. Конечно, скучали. Конечно, скучали. Тут мы с ума сходили. И обязательно сейчас выпьем за самую прекрасную, за самую красивую женщину на свете. Ты что, пьешь? Ни в коем случае. Нет, он не пьет. Он только собирается выпить за вас, за ваши бездонные голубые глаза. Пожалуйста, не надо. Как не надо? За вас, моя дорогая. За вас, мои хорошие. Не надо, прошу. Щекинецу, Алешин. Мадлобт. Сейчас будет сюрприз. Не скучайте. Секундочку. Сережа. Сережа. Даруй дороже. Моему дорогому другу Сергею Сережа, и домой. Его очаровательной невесте Таи посвящается для вас, мои дорогие. Эх, яблочко. Это наша песня. На тарелочке. Я люблю всего купить. Эх, девочки. Кому лучше купить, кому к девочке. Как матроса не любить, он так важно ходит. За дилеточком висит, девок с ума сводит. За дилеточком висит, девок с ума сводит. Эх, яблочко, куда ж ты катишься? Это ты? К черту лапы попадешь и не воротишься. К черту лапы попадешь и не воротишься. Это я. Это Серега! Ну что ты не хватит? Смотри, тихо, спокойно! Тихо, тихо, что ты делаешь? Давай поговорим, да я бы тебя слышал! Мы столько не видели! Давай его покорим! Вань, а когда бывает кирпичи летают? Витя, да в ту пору, когда ходят ревизоры. Привет, утопленник. Не признали без бороды и трезуба, а? Здравствуйте. А что на базе? Вам взятку не совали? Нет. И не сунут? Федор Ильич Климов у нас начеснейший человек. Ну хорошо, больше не тонить. А будут проблемы, сразу обращайтесь ко мне. Да? Спасибо. Слушайте, а может стоит повесить табличку «Осторожно, летающие телевизоры»? А может лучше табличку «Не стой под стрелой»? А я не стоял. Я просто шел домой после трудового дня. Ну и как вы там потрудились? Ну давайте скажите, что вы закрыли базу. А я вот не понимаю причин вашей радости от возможности закрытия базы. Не понимаете? Не понимаю. Не понимаете? Не понимаю. Ну-ка, да. Пойдемте со мной, я вам все покажу. Вот они все мужики, это с базы, отдыхончик. А девушки-то все наши, поселковые. Ну и что? Как что? Мужики-то отдохнули и улетели, а наши женщины, он, слезы льют. Знаете, это их собственный выбор. Какой выбор? Да. Какой выбор? Мы доверчивы, мы хотим любви. Мы как бабочки летим на огонек, а потом сгораем. Знаете, женщины тоже хороши. Блин, обиделись на какую-то бабу, которая вас бросила. Теперь ополчились на весь женский род. Знаете, я уже однажды говорил, ваша тема совершенно не касается. Ой, вот это... Зайчика, привет. О, привет. Познакомься, это Игорь. Очень приятно, Игорь. Покажите, пожалуйста, фотографии вашей жены. Какой жены? Какой жены? Ой, смотрите-ка, с лета-то обручалочки, днем ты с обручалочкой загорал, а сейчас вечером для тебя снял. Ой, сволочь. Как удобно получилось. Ой. Катись отсюда. А ну, не смей прикасаться к женщине. Вот ты, что творишь, а ну давай быстро дуй оттуда. Чисто. Ну, что после этого? Что? После этого, я надеюсь, вы теперь прикройте это гнездо разврата. Я проведу независимую ревизию. Да пошел ты со своей независимостью. Разрешите пройти? Ага. Ты сейчас проходишь, а завтра уезжаешь. И в Радугу больше ни ногой.
И не рукой. Это нонсенс! Разрешите пройти! Ой, Вань! Разрешите! Он меня толкнул. А давай, Витя, и мы его потолкаем. Ой, кажись, он споткнулся. Пойдем, Витя, а то скажут, что мы его толкнули. Ну что, поскользнулся, упал? Очнулся гипс? Да? Ай. Ничего. Молчи, молчи. Завтра поселок все равно узнает, кто это сделал. Это не важно, кто. Главное, что меня не запугать, я доделаю свое дело до конца. Так вы, оказывается, не Пьер, просто апостол Петр. Я не апостол, но камень. В каком-то смысле? Библейское имя Петр означает камень. Ну что, камушка, на сей раз все обошлось. Осторожно, осторожно, осторожно. А что случилось? Так, Тая, тебе дальнобойщика с рейса сняли острый аппендицит. Тая, вызови, пожалуйста, Зинаиду. Ира уехала просто к маме, некому ассистировать. И сама подходи, будешь помогать, да? Как это возможно перепутать проводки по учету материалов и по реформации баланса? Извините, я нечаянно. А счета бухгалтерского и налогового учета, у меня это в голове не укладывается. Действительно, Юлечка, ну чему тебя в академии учили? Бухгалтерскому учету, финансам и кредиту. Еще мы стихи учили. Какие стихи? Самодеятельность. Бухгалтер охраняет народное добро. Он совесть не меняет на злато серебро. Стихи хорошие. Ну, Анна Степановна, я прошу, нет. Я требую отстранить Юлию Петровну от работы с документами проверки. Свободны. Обе. Да вы не станете. Не надо стонать. Радуйтесь. Главное, что операция прошла отлично. Да я радуюсь. И благодарен, ой, весьма. И докторам, и вам, Таисия. Ну, нет, за что. Это все ваш жизнестойкий организм. Моему жизнестойкому организму надо поскорее оклематься. Потому как фуру нашу напарник Валерий повел на Дальний Восток. И на обратном пути он должен меня забрать. Угу. Ну, все будет отлично. Главное, верьте моему слову. Я верю. Не знаю, от чего я каждому вашему... Вена. Каждому вашему слову верю. Не, ну я вот только познакомилась с клевым мачо. А жизнь, ну, в смысле, путевка в Радугу, уже прошла. Антон Никитич также говорит, что годы мелькают, словно путевые столбы вдоль дороги. Красиво говорит твой Никитич. Так мой-то, просто пациент. Очень интересный собеседник. Девочки, как он похож на дальнобойщика из трудных верст любви, боже мой. Которого твой любимый Заварзин играл? Не только мой. Он всенародно любимый артист. Нет, что вы, нет. Да нет, ну что вы, спасибо. И благодарю Бога вообще, что он поразил вот этот мой, извиняюсь за выражение, аппендикс именно в этой точке маршрута, где такие умелые доктора. Ой, ну что вы. И такие самые заботливые сестрички. Ну, поверьте, я много повидал. Вот только, видно, придется мне задержаться тут. Что, правда? Да. Да, напарник мой на Дальнем Востоке отхватил выгодный фрахт. Да? Да, это недели на две. Что вы говорите? Да, так что сниму здесь квартиру. Не надо. Вот не надо ничего снимать. Просто живите у меня места хватит. Да нет, ну что вы, это неудобно. Удобно, Тая замечательная хозяйка. Тем более, что у меня есть уже один жилец. Правда? Все. Ну, он не жилец. Он, в общем, дома даже не появляется. Единственное, что у меня телевизора нет. А зачем телевизор?
Ну как же без телевизора? Не, ну как-то неудобно. Так, борщ кипит. Кулебяк я уже поставила, скоро за стол садиться будем. Сейчас я ваши рубашки замочу, простираю их. Таисия Павловна, ну и богу неловко. Антон Никитич, впрочем, мужчина должен быть накормлен, напоен и обстиран. Знаете что, хозяйка, ну-ка принимайте работу. Все, все. Тянет? Да нормально все. Ну, давайте садитесь, отдохните. Сейчас идет новый сериал. «Лесные страсти» называется. Очень хороший. Эх, Настасьюшка, улетела ты от меня. Развеялась, как дым. Я вообще не охотник до этих, извиняюсь, изображений блокбастеров. Может, и я лучше пока что подумаю, поделаю. Там карниз на крыльцо отвалился. Добрый вечер. А, инспектор Акула. А что вы тут как-то один сидите? Прощаюсь. С кем? С тем, что 40 лет назад своими руками создавал. Только из армии пришел, забрел сюда случайно, смотрю, бухта сказка. Песок золотой. И давай строить. Людей, технику поднял, материалы выбивал. А как первые отдыхающие появились, тут же чиновнички советские понаехали. Решили эту базу под обкомовские дачи оттяпать. Мы всем народом еле отстояли. А в 90-е чуть не из обрезов от братков отбивались, тоже хотели все это захватить. Ну, а теперь без всяких обрезов базу заберешь ты. Я? Почему? Ну, не ты, твоими руками. Ну, вы это напрасно. Еще ничего не известно. Ревизия продолжается. Антон Никитич, а здесь вот наш бульвар, здесь молодежь гуляет. Ну, вы-то исполнил, понятное дело, молодежь, а я-то к молодежи никаким... Торит, Торит, привет! Можно тебя познакомить? Это мой добрый приятель Антон Никитич Кочеганов. Здравствуйте. Вы что, Таисия Павловна, вы нас серьезно знакомите? Мне же сестра Рита ставила, извиняюсь за выражение, глистира. Господи, я же совсем голову потеряла. От любви? Не знаю, может быть, и от любви. Ну, желаю удачи. Всего доброго. Антон Никитич, вы говорите, мужчин вообще возраста нет. Да? Ну, вот знаете, вот вы сейчас с Ритой говорили, вы ведь говорили о любви, а я вот изъяснять любви не умею. Слов правильных не знаю. Не надо. Не надо никаких правильных слов. Просто говорите, как есть. Да, я скажу. Очень ты пришлась мне по душе, Таисия. Давай поженимся. Как же ты сразу согласилась? Ты ведь его совсем не знаешь. Я его просто чувствую. Вот, Серега, мне дают какие-то мороженые, какие-то воздушные шарики. Ми-ми-ми. Антон Никитич на день медработника мне подарил электрическую мясорубку. Потому что знает, пригодится в будущем совместном хозяйстве. Отпад. Мясорубка. Ну, мясорубка – это как раз неплохо. Ну, как же так с бухты-барахты-то замуж? Ну, почему бы с бухты-барахты? Мы поедем сейчас в Калугу с его мамой знакомиться. Правда, прежде надо дом продать. Зачем? Мы в Калуге купим огромный дом. Опять любовь проклятая. Вот теперь порядок будет. Тут жены обувка. Здесь мужнина. О!
Спасибо, Антон Никитич. Ну, сядьте уже, пожалуйста, а то все остыло. Сажусь, сажусь. Вот ты чего, Таисия, все меня по имени-отчеству, да на вы? Ну, как же вы такой солидный. Ну да, нет, ты зови как хочешь, но на ты, ладно? Ну, как скажете. Ой, как скажешь. Антон Никитич. Mm. Можно найти себя? Угу. Необычайное. Сейчас, у меня же... А вы, мурашки, тоже к солнцу тянетесь? Мы все к нему тянемся. Вот эту вот отень, бегите. Только тетки в летах уже смотрят. Мы смотрим, но по-разному. Да они вспоминают, а я там надеюсь. Да, работа идет. Когда закончишь? Нет, пока не могу сказать, когда. Ситуация оказалась не такой простой, как предполагалось. Да что там непростого на паршивой базе отдыха? Даю тебе неделю и финиш. А почему такая спешка, Анатолий Николаевич? Пока тяну. Странно. Очень странно. О, добрый вечер. Как у вас настроение? Рабочие. А, рабочие? Ну, давайте работать, работать. Вы торопитесь со своей ревизией. Что-то меня все сегодня торопят. Ну, я не знаю, как все, но я точно. Я дом продаю, поэтому извините, но вам придется съехать. Ну, когда это вы еще продадите? Знаете, завтра уже два покупателя приходят. Странно. Такие дела быстро не делаются. А хотите, я посмотрю ваши документы? Ой, какой же вы зануда. Ну, мой отец рыбак, а мама работала буфетчицей на Сенере. Ну, конечно, они в юридических вопросах не очень-то. Вот и оформили дом так, что каждый дурак может его отобрать. Да. Но Антон Никитич все сделал как положено. Не зря же он был директором автобазы. Он и к нотариусу сходил, и к юристу сходил. Ну, могу вам сообщить следующее, Таисия Павловна. Ваш дом действительно кто угодно отнять не может. Вот, вот, я и говорила. Его может отнять у вас Кочегаров Антон Никитич. Да что вы? Да. А вот посмотрите, все документы на него оформлены. Так что прыткий ваш жених оказался, ничего не скажешь. Таисия, ты зачем дала постороннему человеку? Это семейные документы. Извините. Сидеть! Это правда? Что правда? Вот это, то, что ты оформил мой дом на себе. Нет, ну, видишь ли, Таисия, я лучше разбираюсь в деловых и финансовых вопросах. Я потом все объясню тебе. Вот мне интересно другое. Ну, что? Во-вторых, для совершения сделки у меня есть реквизиты и банковский счет. Вот. А в-третьих, что, женщине легко голову задурить, да? А? Ты чего, Таисия? Этим вы сейчас и занимаетесь? Что, обалдела, что ли? Нет, ну, давай найдем какой-то консенсус. А если ты так ставишь вопрос, хорошо, давай отмотаем все обратно. Что? Отмотаем, конечно, как? Отмотаем! Как? Знаете что, возьмите свою мясорубку и пользуйтесь. Извините, там вода все время кап-кап-кап. Кап, я посмотрю, хорошо? Там, знаете, там, наверное, прокладка, она прохудилась. Я, к сожалению, не умею. Я просто воду завинтил. Извините. Спокойной ночи. Послушайте, Тая, очнитесь. Я очень вас прошу, очнитесь, пожалуйста. Ну, что произошло? Ну, мир, что ли, рухнул, а? А хоть бы и рухнул. Нельзя впадать в отчаяние, поверьте, нельзя. Ну, не мною сказано, отчаяние – это смертный грех. И то, что утро вечером мудренее, между прочим, не я придумал. Ну, посмотрите на себя. Вы молодая, красивая, обаятельная. Правда, жизнь продолжается. Вы утром проснетесь, солнышко выйдет.
И поверьте, все будет восприниматься по-другому. Да. Какие мои годы? Правильно. Конечно. Будет день, будет пища. Все у вас еще будет, поверьте. И любовь тоже будет. Слушайте, ну какая же вы странная. Ну как можно, ну как можно после всего случившегося еще о любви думать? Ну как о ней не думать? Ну, что вы говорите? Вы полюбили, вас предали. Значит, любви никакой нет. Нет и быть не может, слышите? Это понятно, как дважды два. Да, ее не может быть у калькулятора. Если Петр – это камень, то вы – бездушный камень. А вы знаете, кто вы? Вы раба любви, ясно? Что? А вы все-таки ожили. Итак, надеюсь, вы уже ознакомились с результатами проверки? Ознакомились. Прекрасно. В таком случае, будьте любезны, подписать документ. Не подпишу. Почему? Потому что этого не может быть никогда. Ни целевого использования средств, ни законного финансирования расходов, ни соответствия работников штатному расписанию. Кошмар, ужас! Этот кошмар и ужас подтверждены документально. Если не верите, вот можете еще раз удостовериться. Не надо, я уже видела. То есть нет, я никогда прежде не видела этих документов. Ох, Анна Степановна, если бы вы знали, сколько раз я слышал подобного рода оправдания от ревизуемых. Это не оправдание, а чистая правда. А все эти ваши бумаженцы – чистая липа. В таком случае, будьте добры объяснить, как эти, как вы изволили выразиться, бумаженцы оказались в ваших документах, а? Я не знаю, я честное слово не знаю. А? Что? Аня, Анечка, Аня, воды, Юля, воды, быстро! Не сразу, я прошу тебя, я подготовлю почву, а ты потом, ладно? Ладно, не скажу, не скажу, уже сколько я раз, прошу тебя. Я знаю. Девочки, я пойду. А чего вы сидите, не уходите? Чай пьем. Илья Заварзин приехал. Что? Да, ничего страшного. Просто к нам приехала съемочная группа сериала «Рыбацкая любовь». А вот и с ними Заварзина. И все, все хорошо. Тачка! 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 Нет, я даже не понимаю. Даже в сказке. Девушка, у нас здесь очередь. Секундочку. Вот возьмите, пожалуйста. Вот. Ладно, все. А это что? Это моя кардиограмма. Я сняла ее сразу, как только узнала, что вы пришли. Внимание, ну тогда сердечницы от чистого сердца. Ой, какой вы. Держите. Спасибо. Ну, а вы не хотите снять со мной кино? Конечно, хочу. Ну. Ой. Подождите. Анатолий Николаевич, вы же понимаете, этого требует закон. Нам необходимо ждать выздоровления главбуха. Когда она выйдет? Говорят, дней через 10-12. У нас не собес, даю 11. Хорошо. Акт ревизии будет готов через 11 дней. Так, приготовились. Мотор, камера. Рыбацкая любовь, сцена 2-7, кадр 1, дубль 1. Прекрасно! Начали все! Баркас причаливает к берегу! Хорошо, хорошо! Прекрасно! Всех очень серьезные, загорелые лица, обветренные! Так, девушки, девушки! Все очень серьезные, все очень серьезные! Идет третий год войны! Приближаемся к берегу! Баркас приближается к берегу! Девочки, стойте на месте! Так, кто это? Кто это такая размалеванная? Кто это размалеванная? Уберите ее из кадра! Я понимаю, третий год войны, девушка, она вся размалевалась тут! Идите сюда! Идите сюда! Говорят. Уберите ее! Стоп! 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 Все! 15 минут перерыв! Группа, внимание! Все слышали! 15 минут перерыв!
Ну что, сердечница, чего ревем? Потому что дура. Ну, предлагаю обсудить это утверждение. Чай, кофе. Как вы себя чувствуете, Анна Степановна? Петр Алексеевич, пожалуйста, не тратьте времени на политес. Задавайте свои вопросы. Хорошо. И вопрос мой тот же. Вы утверждаете, что одни документы из Гроссбухова компьютера были изъяты, а другие компрометирующие вставлены. Кто, по-вашему, это мог сделать? И ответ мой тот же. Я не знаю. Доступ к компьютеру имеем только мы с Климовым. А Юлия Петровна? Да эта глупышка ничего не смыслит в компьютере. Даже если бы хотела нагадить, не смогла бы. Извините. Степан, я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Я сделаю все возможное, чтобы добиться истины. Если вы действительно ни в чем не повинны... Если бы. Вы все-таки сомневаетесь в моей порядочности? Извините, но сомнения – часть моей профессии. И чтобы их устранить, мне нужна хоть какая-то малейшая зацепка. Поговорите с Климовым. Он молчит, но я чувствую, у него есть версия. Свежесть вашего мытого личка напоминает мне свежесть горного ручейка или ромашек на лугу. Извините, но вы это говорили студентке Нине в семейных тайнах. Вот тексты. Сначала в голову их не вобьешь, а потом из нее не выбьешь. А давайте пить чай. Дайте. Между прочим, чай завариваю сам на разных травах. Сюда бы еще чайную розу, как сказал поэт, не успевшая расцвесть, спешит увянуть. Роза чайная. Я помню, что вы это говорили в «Цыганской страсти», когда Земфира ушла от вас к Марку. Да. Тая, а зачем вы смотрите все эти мои сериалы? Потому что люблю. Не надо. Не надо этого. А, вы меня неправильно поняли. Я не вас лично люблю, нет, ваших героев, которых вы создаете. Вы знаете, Тая, у меня немало маньячек. То есть я имею в виду поклонниц. Но вы какая-то другая. Не похожа на всех. Вы искренняя, душевная. Мне хочется вам довериться. Открыть перед вами душу и впустить вас в нее. Извините, но вы это шептали Аглае в любовном тумане, когда она лежала в коме. Балбес. Ну вот, и чаю не попил. Может, тогда в другой раз? Может быть, и в другой раз. Может, я все-таки вспомню какие-то нормальные слова. Только я к вам в гостиницу не пойду. Ну, хорошо. Тогда вы меня куда-нибудь пригласите. Это все Рагулин подставил. Вы что, подозреваете главу администрации? Нет, не подозреваю. Нет оснований для подозрений. Постойте. Если уж начали, давайте договаривайте. У вас нет доказательств, но есть подозрения. Хорошо. Какие? Он сам ко мне пришел с душевным разговором. Федор Ильич, давай вместо вашей базы построим пансионат для VIP-персон. Вы будете там директором. Это будет совсем другой статус, совсем другие деньги. Знаешь, что я ему ответил? Не сомневаюсь. Соображаешь. И Рагулин тоже сообразил. Он понимал, что загубить базу я ему не дам. А снять меня без веских оснований он не может. Значит, что? Что? Надо найти основания для вашего снятия. Вот. Вот тебя, Петя Акула, и втравили с твоей честностью и неподкупностью в это дело. Как пацана подставили. Ну уж, ладно, вы знаете,
Обо мне не беспокойтесь, я как-нибудь сам разберусь. Ну, в конце концов, не Рагулин же лазил по грузбухам и компьютеру. Значит, надо узнать, кто подменил документы. Вот и узнай. А вы знаете, о чем я мечтаю в последнее время? Рассказывайте. Значит, а мечтается мне, ну, не то чтобы постоянно, но в последнее время все чаще и чаще. Мечтаю я бросить к чертовой матери весь этот киношоу «Телемир» и поселиться вот в таком вот домике, как у вас, на берегу моря. Ходить босиком по росе, встречать, провожать закат. Ну, конечно же, не одному, а вдвоем, с любимым человеком. Уединиться с любимым человеком. Вы знаете, а я вам соврала, да? Что я люблю ваших героев. Нет, конечно, я их люблю, но соврала, что только их. Нет, я и вас люблю. Милая Тая. Можно я скажу? Я понимаю, что вам каждый день признаются в любви, но это не то. Знаете, я тысячу раз с вами разговаривала обо всем. И во сне, и вот сейчас даже наяву. Нет, конечно, я понимаю, что лучше бы помолчать, но не могу молчать. Я люблю вас. Тая, я вам уже говорил, вы симпатичная, обаятельная и душевная особа. Но понимаете... Я понимаю. Кто вы, а кто я. Я провинциальная дурочка или нет? Я понимаю. Вы ничего не понимаете. Дело не в том, что провинциальная. Дело в том, что девушка. Женщина. Понимаете, меня не интересуют девушки. В принципе. А, то есть... Вы... Да. Нет. Вы всегда играете таких настоящих мужиков. Ну, играю, ну и что? Бедненький. Как же вам тяжело-то? Вы же разрываетесь пополам. Да ничего мне не тяжело. Я себя замечательно чувствую. Подождите, как же замечательно? Может, вам к доктору обратиться, к врачу? Это же ненормально. Послушай, ну что ты несешь? Ну, какому доктору? Весь мир это понимает и принимает. А ты? Ты дурочка провинциальная. Знаете что? Господин заслуженный артист Заварзе. Не то, что вы меня сейчас, конечно, расстроили или удивили. Вы просто меня сейчас глубоко разочаровали. Верните лестницу! Вить, на крыше кто-то чирикает. Нет, Вань, это тебе послышалось. Так, прекратите дурачиться. Нам надо поговорить. Тебе надо? Прыгай. Хорошо. Ты что, с дуба рухнул? Нет. С крыши упал. Ну чё, чего тебе от нас надо? Правды. Многие счета накладные на поставки обслуживания превышают скромные потребности базы. И мне необходимо в этом разобраться. Так чё, ты за нас? Я не за вас. Я за правду. У вас сохранились копии накладных на ваши работы? Само собой. А чё, косяки не только у нас по ремонту? В том-то и дело, что нет. Ещё... По поставкам овощей, по снабжению сахаром и по постельно-столовому белью. Выходит, Степанов, Люся и Нина Тимофеевна. Чушь какая-то. Полная нестыковка и по овощам, и по картофелю. Нина Тимофеевна, вы тоже утверждаете, что все это липа? Липа.
причем липовая. Это ж сколько простыней, сколько наволочек, а этого столового белья. Это не для нашего поселка, это не для нашей базы, а для гостиницы. Звездочек и так на 5. Ну да, с этими мешками сахара диабета можно наградить не то, что всю базу, полпоселка. Хорошо, тогда скажите мне, кто, по-вашему, был заинтересован в подмене документов? Не знаю, нам жулить ни к чему. Мы здесь живем и работаем. Да. Ладно. Большое вам всем спасибо. Я вас больше не задерживаю. Добрый день. А у меня неплохие новости. Фу. Кажется, я начинаю разбираться, как вас подставили. И меня заодно. Но нужны еще некоторые документы. Угу. Сейчас посмотрим. Так. Не понял. Федор Ильич, что такое? Что значит отстранить от служебных обязанностей? Извините, но проверка еще не закончена. А он не дурнее тебя. Отстранил нас с Анной Степановной только на время завершения расследования. А кто он-то? Кто-кто? Рагулин. Да, я разделяю ваше возмущение. Более того, я сочувствую, конечно, Федору Ильичу и Ане Степановне, вляпавшимся в такую нелепую историю. Но, увы, согласитесь, база должна функционировать. Но пока есть подозрения, конечно, допускать прежнее руководство к финансовой подписи незаконно. Вот когда ошибка прояснится, мы их позовем. Нет, нет, если будут проблемы, сразу же ко мне, сразу же ко мне. Всего доброго, до свидания. Да, до свидания. Объясните мне, зачем вы едете в город? Я, кажется, уже объяснял. Я еду попросить руководство продлить расследование. Нет, тогда объясните мне, зачем его продлевать? Потому что я вижу, что меньше оснований для закрытия базы «Радуга». Так что, надеюсь, до скорого свидания, Таисия Павловна. Ах ты, Петр несчастный! Уедете! Можете больше не возвращаться! Это я, да, мама, я! А я ведь говорил, не доверяй лифтам. Ходи пешком. Мама, как можно ходить пешком? Мы живем на 8-м этаже. Ну, я ведь хожу. Ладно, сейчас вызову аварийку. Как твои дела? Как могут быть мои дела, мама? Вот сижу в лифте. Ну, это сейчас. Но ты звонил, что едешь на встречу с начальником управления. Мама, да, действительно. Я договорился о встрече с начальником управления, чтобы мне продлили расследование. Но мне сказали, мама, что Мавр сделал свое дело, и Мавр может уходить. Сыночка, у тебя расшатались нервы. Тебе надо отдохнуть. Возьми отпуск. Какой отпуск, мама? Какой отпуск? Отпуск. Мама. Мама, а ты молодец. Ты слышишь, мама? Отпуск. Я еду в отпуск, мама. Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Все, права ты. Тысячу раз права. Зачем ты так? Зи, ну хватит жить сердцем. Надо жить умом, умом. Это да, да, да. Ну, видно, вот не судьба мне. Судьбой-то не поспоришь? Да, не поспоришь. Ну и ладно. Ну и проклятые. Черт с ней. Да.
черт с ним? С кем черт ты? А? С любовью черт. Нет. Нет. С любовью как раз не черт. Это без любви. Жизнь, черт знает что. Стоп. Ты мне только сейчас говорила, у тебя муж и какая любовь? У меня муж. У меня замечательный. У меня очень хороший муж Геннадий. Геночка. Ну, как ужасно хочется любви. В эту лунную ночь позволяла себя Мама, здравствуй, мама. Да, у меня все хорошо. Отдыхаю прекрасно, да. Ой, да. На улице 30, вода 25. Да. Ну что ты, я сразу как из воды вылезаю, сразу на цыпочках под грибок. Да, конечно, не мог обгореть. Мог он обгореть. Ну все, мам, целую. Не мог обгореть. Глаза прикрой. Будьте здоровы. С вами Петр Алексеевич. Гораздо интереснее, что с вами, Юлия Петровна. Я смотрю, вы виртуозно обращаетесь с компьютером. Ну да, пришлось подучиться. Я ведь исполняю обязанности главного бухгалтера. Вы? Да, я. У вас ко мне какие-нибудь вопросы? Нет. Нет вопросов, что вы. Какой я идиот. Вам видней. Юлия Петровна, так это, оказывается, вы. Вы все время притворялись дурочкой и подменяли документы? Я вас не понимаю. Невероятно. Зато я теперь все понимаю. Ах, я дура безмозглая. Я же в бухгалтерии старый волк. Волчица. Меня провести непросто. А она была такая беспомощная, допускала такие ляпы. Артистка. Откуда она взялась-то у вас? Да он ее чуть ли не за ручку привел. Вот Анна Степановна, выпускница финансово-экономической академии, молодой перспективный кадр. Погодите, Анна Степановна, вы все время говорите он. Это кто такой он? Вы кого имеете в виду-то? А я разве не сказала? Нет. Наш глава администрации Рагулин. Ай-яй-яй, Петр Алексеевич, опечалили вы меня, опечалили. Я действительно рекомендовал Юлию самому на работу. Надо поддерживать, так сказать, одаренную молодежь. И, как оказалось, весьма одаренную. А что, у вас есть доказательства этого серьезного обвинения? Ну, я же вам рассказывал о встрече с поставщиками, о подделке накладных. Я считаю, что у меня есть все основания, чтобы просить о продлении сроков ревизии. Да. Это действительно повод пересмотреть документы ревизии. Но это не доказательство того, что документы подменяла Юлия, да? Мы докажем. Да? Да. А, ну, желаю удачи. А будут вопросы, сразу ко мне обращайтесь. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Бухгалтер! Забудь на базу дорогу. Ферштейн? Я смотрю, вы владеете немецким. В таком случае мой ответ... Нихт, Ферштейн, не понимает.
Понесло-то. Ась! Маски-шоу в нашем поселке? За что вас били-то? Чтобы я прекратил ревизию «Радуги». Так вы же прекратили. Уже Климов снят. Нет. Открылись новые обстоятельства. Климов и Анна Степановна невиновны. А базу надо спасать. Так вы сюда явились, чтобы базу спасать, этот гадюшник? Нет, хорошо. Если бы я знала, я заставила бы там на улице помирать. Спасибо. Другого ответа я от вас не ожидал. Бог мой. Петр Алексеевич, а что с вами? Это надо спросить у вас, Олег Олегович. А, простите, почему же у меня? Потому что... Я вам рассказал о том, что собираюсь продлить ревизию. И в тот же вечер меня избили. Ну, еще вы мне сказали про ревизию. И вчера вечером сборная Уругвая продула Люксембургу. Да, но сборная Уругвая не требовала от меня прекратить ревизию. Хорошо, я прикажу органам разобраться. А теперь пойдемте, я подвезу вас в «Радугу». Не надо, не надо. Нет, надо. Базу закрывают. Как? Санэпидемстанция в Голубой бухте нашла кишечную палочку. И потому базу сейчас закрывают на карантин и профилактику. Но этого не может быть. То есть вы считаете, что кишечными палочками командую тоже я? Товарищи отдыхающие, эвакуируемся организованно. А вы чего здесь? Чего, у меня выходной. Я пришла хоплебоваться, как закрывает базу. Ой, вертеп. Все-таки дождалась я, дождалась. Поздравляю. А куда это вы? Всех отдыхунчиков переселяют на другую базу. Я не отдыхающий, я по делу. Всего доброго. Стой. Куда вы пойдете? Опять нарветесь на какой-нибудь кулак. Будете жить у меня. Тая, вы знаете, действительно вкусно. Очень вкусно. Да у вас талант кулинарный. Только мой талант пропадает зря. Иногда очень хочется кого-нибудь покормить. Некого. Знаете, ваша ситуация описывается уравнением с двумя неизвестными. Есть мужчина, но нет еды. Или наоборот. Есть еда, но нет мужчины. Что же, как калькулятор ходячий? В голове у вас только одни цифры, уравнения, формулы. Ну что это? Знаете что? Мне кажется, глупо посвящать свою жизнь скучнейшей бухгалтерии. Что вы сказали? Как скучнейшей? Тая, что вы говорите? Вы же ничего не знаете. Скучнейшая наука. Кстати, великий Бартоломео де Солозано сказал, что бухгалтерский учет стоит выше любых наук и искусств, ибо в нем нуждаются все, а он ни в ком не нуждается. Если бы не существовало бухгалтерского учета, мир был бы неуправляем, Тая, слышите? Неуправляем! Люди не могли бы понимать друг друга. Извините, извините, мы, бухгалтеры, немножечко ку-ку, с приветом. Могли бы об этом не говорить. А между прочим, ведь еще академик Куприянов нам, студентам, говорил, для настоящего бухгалтера момент, когда в балансе соединяются дебет
с кредитом не менее волнующий, чем момент, когда соединяются воедино мужчина и женщина. Кошмар какой-то. Давайте оставим эту бухгалтерию, по крайней мере, за столом. И, между прочим, династии бухгалтерские не менее уважаемы, чем, например, там, столяров, врачей или артистов. Да-да-да. У меня папа, между прочим, бухгалтер, и мама профессор финансово-экономист. Послушайте. Юлечка. Юлечка, она же заканчивала финансово-экономический. Какая еще Юлечка? Денис! Доцент Круглов! Денис! Иди сюда! Серов, иди сюда! Здорово! Здорово! Ты что? Ты из горячей точки? Неважно, потом расскажу. Если моя мама увидит меня в таком виде, она помрет. Да-да, или убьет. Профессор Серова крутая женщина. Хватит ржать, доцент тупой. Тупой, зато здоровый. Ладно. Пойдем в машину, в ней поговорим. Идем. Мне нужно все узнать про Юлию Сомову выпуска этого года. Юлия Сомова. Нет проблем. Красный диплом, супербух, супермозг, суперхакер по компьютерной части. Действительно, актриса. Ты ее давно видел? Представь себе, недавно. Принесла сметить проект элитного пансионата. Причем за хорошие тугрики. А где место постройки? Бухта какая-то. Голубая или золотая? Понятно. Зачем вы подменили документацию на базе «Радуга»? Я не понимаю. Петр Алексеевич, может, хоть вы скажете? Юлия Петровна, перестаньте вы дурочку-то валять. Вы блестяще во всем разбираетесь. Я говорил в университете с доцентом Кругловым, чтобы вам было известно. Я больше ничего не скажу. Скажите. Я последний раз вас спрашиваю. По своей ли инициативе вы совершили подлог? А я последний раз вам отвечаю, что понятия не имею, о чем вы спрашиваете. Надеюсь, вот это вы узнаете. Копия проекта реконструкции базы отдыха «Радуга» в частный элитный пансионат. Вот, пожалуйста, ваша подпись и все реквизиты. Ай-яй-яй-яй-яй! Начинайте нервничать. Значит, кое-что вы начинаете понимать. Я буду говорить в присутствии своего адвоката. Ваш адвокат Рагулин? Поясняю. Вы, конечно, можете пригласить адвоката. Но с той минуты, как я оформлю задержание. Дальше следствие, потом суд. А там за подлог государственной документации в особо крупных размерах вам грозит лет 8 строгого режима. Альтернатива? Чистосердечное признание, помощь следствию. Хорошо. Я не хочу подставлять свою голову из-за чужих интересов. Давайте ручку, я все напишу. Юленька, ну что, какая ручка? У нас 21 век. Минутку. Я готова. Давайте. Подмену отчетной документации базы отдыха «Радуга» организовал глава администрации поселка Солнечный Рагулин Олег Олегович. Спасибо. Я сделал здесь все, что мог. Вот с этим они не отвертятся, поверьте. Ну что ж, вот и все. Спасибо вам, Таисия Павловна. Без вас я бы, наверное, пропал. Лучше бы вы пропали, чем спасали этот гадюшник. Так я и не понял, чем вам так насолила «Радуга». Да. Прощайте. Стой! Сядь. Вам интересно знать, чем мне насолила «Радуга»? Слушай. Жила-была девочка-таечка. Пока лет 10 назад она не влюбилась в красавца, отдыхающего в «Радуге». Он обещал на ней жениться. Это была сказка, просто была удивительная волшебная сказка. Пока
Этот красавец не отгулял свой очередной отпуск и не улетучился к своей жене. И наша бедная девочка Таечка, она осталась в таком интересном положении. Нет, это не то, что вы подумали, нет. Ей было так плохо, что она даже пыталась покончить с собой. Но люди ее спасли и с того самого момента. Наша бедная девочка Таечка, она так ненавидела всех отдыхунчиков. И она так желала, нет, она очень желала, чтобы эта радуга загнулась. Провалилась по земле. Послушайте, Тая. Послушайте. Уйдите отсюда! Улетучьтесь, пожалуйста, испаритесь! Ну куда же я теперь уйду? Тая, не надо жить болью прошлого всю жизнь. Поверьте, время залечит вашу рану. Я знаю это по собственному опыту. И радуга здесь совершенно ни при чем. Наоборот, вы же испытали там замечательные, да, пусть горькие, но все-таки прекрасные чувства. Вы встретили там первую любовь. Вы же сами сказали, ведь это была сказка, удивительная, прекрасная сказка, ведь сказали? Говорила. Так что вам не проклинать нужно радугу, а благодарить ее за эту первую любовь и за эту сказку. Сейчас вы повернетесь ко мне. Посмотрите на меня. Вытрите ваши слезки. И улыбнетесь. Странно. Что странно? То мама не звонит. Бухгалтер, где диск? Простите, я не понимаю, о чем вы. Ответ неправильный. Отпустили! Отпустили! Здравствуй, мама. А почему ты так поздно? Нет, мам, со мной все хорошо, да. Что-то я не болею, нет. Я здоров, мам. Конечно. Не волнуйся. Ты знаешь, мам, а я ведь действительно влюбился. И не случайно. А очень ужасно и навсегда. Просчитались они, Петр Алексеевич. Сильно просчитались. Я ж тогда в кабинете копию признания Сомовой сделал. Смотри, Петенька, они радугу снова открывают. Ну, как говорится, справедливость восторжествовала. Но Рагулин выкрутился с его связями. Сидит, как сидел, и в ус не дует. Гена. Да? Тормозни-ка у управы. Сделаем.
Петр Алексеевич, голубчик мой, вы проходите, присаживайтесь. Ну, вы же не совсем здоровы. Ну, сказали бы, я сам бы к вам заехал. Прошу. Зачем? Не стоит утруждаться. Проходите, проходите. Я поздравить вас с победой заехал бы. Ведь сегодня как раз открывается радуга. Да. Присаживайтесь. А как же кишечная палочка? А так перепутали анализы. Представляете? Но виновные понесут наказание. Понимаю. А проект элитного пансионата как же? Снова путаница. Речь шла о благоустройстве, так сказать, базы, чтобы трудящиеся жили более комфортно. Да. Но только трудящиеся. Никакая не элита. Да-да. А, Олег Олегович, вы заняты? Нет, как раз вот входите. Прошу, прошу. Знакомьтесь, Петр Алексеевич. Юлия Петровна, мой главный бухгалтер. Ну что вы. Мы с Юлией Петровной прекрасно знакомы. Да? Ах, да-да-да-да-да, по радуге, да. Там Юлия Петровна по неопытности своей допустила кое-какие неточности, но она уже набирается опыта и обещает стать толковым работником. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Ой, правда? Мне очень важно мнение такого специалиста, как вы. Желаю успеха во всех ваших начинаниях. Это... Песенька, ты же знаешь, что я ничего не боюсь? Ну, конечно, Таечка. Все боятся только тебя. Да! Перестань, пожалуйста, прикалывать. Я с тобой серьезно говорю. Я же никого не боюсь. Ну, ужасно трушу перед встречей с твоей мамой. Перестань, Тай. Моя мама замечательная. Вот завтра приедем, сама все увидишь. Петенька, бедняжка, ну как тебя угораздило? Я как узнала, я сразу же примчалась. Мне сказали, тебя выхаживала некая... Санитарка, это, наверное, девушка вы, а я жена Петра. Бывшая. А бывших же он не бывает, Петенька. Это как две половинки. Спасибо вам большое, все будет оплачено. Мы в полном расчете. Таечка, Таечка, я все объясню. Тай, подожди, Петенька. Тая, я все объясню. Тая. Петя, ну подожди, ну прости меня. Ну, увлеклась, закружилась. Но я люблю только тебя. Поехали куда-нибудь поговорим. Ларис, зачем ты приехала, а? Ася, это же я! Это Петя! Я Петр Алексеевич, Ася, ты что ли? Ася! Ася! Это я Петя! Петя! Ася! Ася! Петя, я Петя! Свой, свой! Свой! Свои по чужим бабам не бегают! Стоять! Тебе. Ах ты, чертов Пьер. Петя, она села-то. Горе-то мое. Хозяин, куда заносить? Теперь ты его не выкинешь. Че это? Не сможешь. Еще как смогу. Только попробуй. Выходи за меня замуж. Ты что? Мама. Я тебя люблю.